Трасса сегодня, конечно, в таком сложноватом состоянии, будем откровенны. Вроде как и снежок. Но ехать, ребята признаются, что ехать довольно-таки трудно. Николай Михальчук у нас уже оказался жертвой первого поворота. Запекали его на участке. Но от видео будет у нас заезд свой проводит, а у первого заезда у него получается уже немножко скомканным. Не получилось. Дальше первый поворот пока проехать на первом круге. Возможно, на втором что-нибудь получится. Но Кирилл Головицын тут прилетел в него. Нормальная такая веселуха у нас на первом заезде, на первом круге. Николай Михайлович пытается дверь свою пассажирскую на ходу закрыть. Коля рассказывал, что Коля у нас тем временем на четвертую позицию выходит. Так вот, Николай Михайлович проездит под номером 666. Он очень серьезно готовился к этим соревнованиям. Для него это, скорее всего, будет последняя гонка в классе легенды СССР. Собирается он палкой заняться учебой, парень еще совсем молодой. И ему немножко не такое, как будет в следующем году, поэтому очень серьезно разбавился. Очень быстро был в квалификации, но вот в первой гонке пока блеснуть не удается. В первом повороте запекали его ребята, во втором тоже немножко не получилось, но Роман Букевич пока все еще пытается преодолеть хотя бы два круга. Пока у него слабо получается, и Лариса просто сильно так не остановился. А вот в первом повороте на втором круге идет полка. За 11 этапов, которые были в этом году, только раз не попал на путь. Пилот жутко стабильный, в хорошем понимании этого слова, и космический результатив. То есть единственное непопадание в первую тройку, 16-й таблиц, который снял, плюс еще один очень классный, который мы обязательно на этом уровне увидим, так что хоть отпустят до конца. Сергей Колесин после первого поворота выходит в лидерах. Сергей Максимчук, один из самых бесшабашных пилотов. Легенда СССР всегда готов запихать того, кто зазевался. Пока на второй позиции не пускает вперед Павла Шестеровского. Сергей Лапутский решил похитрее, повезли, решил повместно заезжать проект, но там закопался, и сейчас похоже лидирует во втором заезде. Сергей Максимчук на второй позиции, на третьей. Павел Шестеровский на четвертой. Сергей Лапицкий. Ну а здесь у нас участники столкнулись. Константин Андреев, привет, столкнулся. Я так и у нас репетировал, кстати.
Александр Андреев у нас давным-давно участвовал в начале сезона. Очень успешно ехал на Pathfinding Golf. С Сергеем Лапицким совсем не получается подружиться с этим. Пять баллов за этот заезд. Сергей Максимчук достаточно близко, и Павел Шестовский тоже. Достаточно плотная борьба у нас между вот этими ребятами сейчас, которые едут по задней прямой. Сергей Максимчук сам борется со своей машиной, упекается в дом, но, конечно, потерял. Сергей, вот он. Полиция второго заезда. Из последнего поворота у него хорошо получилось выйти, и практически удалось на линии финиша настичь Сергея Колесова. Ну, собственно, второй готов. С внутренней дорожки, с первой так называемой дорожки. Но все-таки вот не получилось у него. Этапы чемпионата в США, но плюс, да, вот это вот 40 минут. Дернулся Виталий со старта, дернулась рука уже у главного судьи соревнований Дмитрия Габриса, чтобы вывесить красный флаг, мол, давать фальстарт, но все-таки ему, Виталию, удалось стартовать вместе со всеми, а не раньше всех, поэтому фальстарта не было. И, естественно, рестарт по поводу не будет, второй позиции Павел Шестиновский на третьем, а Никита Иванов у нас допускает, ну, не роковую ошибку, еще будет очень много заездов сегодня с его участием, но, тем не менее, вот так вот на ровном месте машину потерял. И сегодня очень сложное, на самом деле, покрытие. Казалось бы, что снежок вроде как, а выпал. Машины по всем ехали в забор. Но и сейчас пилотам на самом деле не очень просто. Сзади приводные машины. Легкая задняя часть, даже несмотря на то, что ведущие колеса тех, но занос, конечно, уходит очень и очень легко. Тем временем, Сергей Владимирович, и, судя по всему, в этом контакте еще и один из пилотов поучаствовал, завис у нас на бордюре, причем завис конкретно, всей машиной стал. Тут, конечно, нужно заводить трактор, а без трактора не разберешься. А Сергей Максимчук третий заезд выигрывает. Самый эффектный финиш дня у Сергея Максимчука уже, я думаю. Забор прилетел, но вроде как ничего не побил. Ну, и такой пыл полицейский разворот, дополнение машины там не смогли. Приезжает на очень высоком месте. Сегодня пилотов очень-очень много. 19 человек у нас участвуют, и все они... Надеюсь, что второй заезд в его исполнении в гонках легенды СССР будет пободрее, повеселее и порезультативнее. Сейчас
уже не участвует, поэтому, в принципе, может себе позволить некоторые проблемы сегодня. Не включилась у него передача. С первого раза будет действительно удалось. Ну, а Роман Кукевич у нас, я не знаю, как будто в стену какую-то упирается по итогам первого поворота. В нее просто вспыркивается и там останавливается. Вот получается у него дальше правильно. И далее посмотрим, кто задел выглядит кострека. Сейчас на последний круг, будет выходить лидер. Он... It's my dust, как я говорю. Ну вот. Ну не знаю, где он сейчас пыль увидел, снежную, может быть. Вот теперь вопрос с утверждением, которое написано на задней части машины питания «Сурга». И если не хочет, то он все висит на задней. Последний поворот, Никита Иванов, не очень сейчас. Красивый манёвр как провести, но всё-таки молодец Никита. Вспомнил по правилам, что мы спортфарактеры, из-за него разворота позиции не выигрываются, позиции не засчитываются. Отпустил его, вернул ему и позицию в какой-то степени, и финишировал на втором месте. Очень мало вырывается вперед. Который выиграл в этом сезоне 4 гонки в классе легенды СССР. Вырывается сейчас вперед Сергей. Больше Сергея в этом сезоне выиграл только Алексей Савин. Так что... Его, конечно, очень опытный, и мы видим, что уже на станции он стал видеть собой лицо. Александр Степанович, после этого Сергей Янковский и Сергей Лапицкий, позиции Николай Михальчук, грозивший всем, что он будет рвать и летать, пока все очень шестой позиции. Но здесь очень серьезный состав участников. Это один из самых сильных, наверное, по составу участников заезда этого дня. Но Александр Степанович разворачивает его машину. Алексей Савин выходит на второе место. Прощемливаются два Сергея. Сергей Янковский и Сергей Лапицкий. Сергей Янковский у нас съехал во внутреннюю часть трека. Он должен быть там. Уже готовится к тому, чтобы увидеть клетчатый флаг. Вот для него, для Сергея Степановича.
выигрывает он, Алексей Славин. Позиции заканчивает гонку. У нас Сергей Львовский, у нас в бутор. Тот старый лифт, оказывается, не пройдут. На Евро это все анулируют этот заезд. Подтвердили судьи, что Сергей Янковского аннулирует в этом заезде. Есть одно из этих, но пока это большой сюрприз для наших участников. Татьяна Андреюка. Машина, которую так нежно называют «Арбатская», к сожалению, работает в заезде на дистанции не понятно. Максим Десятник пока на второй позиции держится, но это, я думаю, что ненадолго. Зря я так в него не верю, пока он все-таки второй, но недолго все-таки, да, Сергей Лапинский его отъезжает. Очень трудно бороться с этой машиной, как вы видите, он по прямой пытался ее просто хоть как-то поймать, и сейчас пытается поймать. Заднюю часть машины по всей стороне перевозит. Сергей Косич, просто рвет и мечет. А Никита Иванов очень классный заезд сейчас, очень классный обгон сейчас провел. Очень классно подловил Максима Десятника и на четвертую позицию вышел. Сергей Лапинский тем временем, Сергей Колесенев будет в борьбе за первое место. На втором месте, на третьем Александр Степанович. Никита Иванов. И на пятый Максим Десятник. Ну, Макс, по крайней мере, пока хоть не сильно отстает, он такой неудобный машин. Ну, типа того, кстати. Кто бы мог подумать, что так вот кто бы мог подумать, что два чемпиона Беларуси, Сергей Лапинский и Александр Степанович, будут работать вот таким вот полулюдическим соревнованием. Осенью пилотом гоняться по такому покрытию, но тем не менее пилоты Но ребята у нас понятливые, ребята у нас корректные, когда надо. И, как мы видим, первый поворот без эксцессов прошли. Но, конечно, на задней прямой это смотрится очень красиво. Я столько машин на одной трассе, столько старых машин на одной трассе видел, наверное, только на соревнованиях по автокроссу, который проводится в Беларуси. Много пилотов, много борьбы. И Алексей Савин сейчас вместе с Никитой Ивановым борется. 33 против 86-го. Сергей Максимчук позади, но Сергей Степанович пока будет только на пятой позиции.
он что-то пятое место в руках мальчика дается. Так что, Сергей был немножко поплотнейше. Там Сергей Янковский у нас развернулся. Начинался Серег сегодня. Ну что-то не его день. Что-то не его день сегодня. Когда блеснут, сегодня не совсем получается. Но... Но, увы, вышел из машины, застрял он там на бордюре, и Сергей Янковский тоже на другой части трассы. Все-таки был какой-то базовый накат. Накат в плане не зашел. Максим Десятник, Алексей Петлицкий застревает на борте и здесь заканчивает этот свой заезд. Максим Десятник, красавчик, красавчик на вот этой чудо-машине, на этом чудо-пикапе, на котором очень сложно ехать. Сейчас лидирует. Дмитрий Лукович пытался его атаковать, но потерял позицию. Получил сейчас борт Сергея Лапитьева. Алексей Десятник. Алёша обойти Максим Десятника, но все-таки пропустил его вперед, все в рамках правил. Ну а ромашка Константина Андреюка сейчас его расталкивает Алексея Савина. И въезжает красиво в забор под надписью АДТ. Увы, я на этом придумал. Еще будет возможность опередить. Алексей Савин вновь замер. Вновь замер. Три машины. Две машины у нас стоит, третья пока еще едет. Ну а Макс, я не знаю, нужно, мне кажется, нужно поболеть Макса, нужно, по крайней мере, поддержать пилота, потому что он на первой позиции, но Дмитрий Лукович сейчас разворачивает Макс. Разворачивает Макс Дмитрия Луковича, конечно, судьи, как все видели, будут принимать решение по этому моменту. Ну а Сергей Лапицкий на задней прямой бессердечно объехал Максима Десятника и выходит, увы, к первой позиции. Но здесь Максу, наверное, будет играть штраф применяться, потому что полуворот потерял позицию. Такой очень высокоопытный пилот, и красного высока, очень много, на самом деле.
лет пилотам, которые гоняются в легендах СССР, они пришли из Карсинга, они выступают параллельно в чемпионате по... Вот пока с Панцем не очень получается, но... Я не знаю, может он там балласта загрузил себе? Ах, Макс, Макс. Все запорол, еще и Костя Андрейка. Тоже в какой-то степени последствия этого разворота. Виталий Кусалюк пытался уйти от машины Макса Десятника и цепанул машину Кости Андреюка. Николай Лукачук, все время лидер, наконец-таки, Коля поехал. Сейчас Виталий Кусалюк, но я думаю, что Виталик определенно сейчас Сергея Колесиня будет пытаться объехать. И вот у него это получается в борьбе за третью позицию. Он объезжает восьмого номера Сергея Колесиня. Ну а здесь борьба. Борьба двух последних пилотов. Двух пилотов, которые борются больше с машинами, чем с остальными участниками. Классная борьба сейчас именно за последнее место. По правой не тут последним, как я в таких случаях говорю. Макс Десятник пытается удержать свою Костю Андрейка. Два бывших патрулиста пытаются на треке друг друга на последнюю. Для наших отстающих участников был вывешен, поэтому надеюсь, что они увидели его и надеюсь, что поняли, что на всякий случай нужно поглядывать в зеркала, нужно поглядывать, что творится за тобой. Максим Кузьмин, на последних метрах удерживает на последних метрах за собой Сергея Степановича и Виталий Кусалюк на третьей позиции финиширует. Сергей Кулисин на четвертом месте, это сейчас вступит на пятой позиции у нас Максим Десятник, на шестой человек рыбака Константин Андреев. Всегда в этой машине. То ли домик дачный, то ли, простите, кабинку какую-то такую дачную. Предупреждаю, сейчас, чтобы в своей машинке он отсюда не убивался. Правильно заматывать, что зависит от всего. А то, что это мероприятие очень и очень... Не выпустили у нас судьи Анатолия Алексеевича. Ну, он по нехитрой получит аннулирование у нас от главного судьи за такие фишки. Это называется, когда я очень ленив, я работаю, не выходя из машины. А у нас тем временем первый тур заканчивается, и Алексей Кирпицкий попадает в за первое место борется, ну и за третье там тоже очень классное месиво. Сейчас синхронный разворот практически получился у Сергея Колесиня и Олега Кафеля. Сергей так классно начал и, к сожалению, так плохо продолжает, а где разворот? Сегодня дизлайк, просто дизлайк и отписка от Сергея Колесиня, как он убирает. На машине, на которой он чуть не первый раз в жизни едет. Но Александр у нас достаточно опытный гонщик. Очень много лет он участвует. Он обычно участвует на переднем приеме, на работе. Он выступал на Mitsubishi Colt в этом году. Он тоже
Пустил за волосы и такой легкий снос даже, больше 3, нечасто. Что, кажется, очень массово, такой первый поворот, очень, конечно, плотно и очень некомфортно, скажем так, в какой-то степени даже участника, потому что нужно лавировать между всеми этими ребятами. И Роман Гуткевич, ну Рома, ну пройдите хоть один круг. Пожалуйста, пожалуйста. Сергей Степанович нас лидирует после первого круга, в лидерах. Сергей Максимович немножко подправил траекторию у Сергея, у Александра Степановича, прошу прощения. И, конечно, Александр за счет этого позицию потерял, и причем не одну. Сергей Максимович вперед вышел и Дмитрий Лукович. И по всем у Александра Степановича уже и после... в соревнованиях, которые были в ноябре, он настолько надоел буквально судьям, что при предупреждении получился именно в ноябре. После него будет показательное сопротивление с участием наших ролистов, с участием Примака и Павла Соловьева. Виталий Гусанов, Сергей Ладыжкин, Сергей Степанович, Алексей Петрович, Сергей Степанович, Сергей Степанович, Сергей Степанович. Проходят они первый поворот. Роман Гуткевич, даже не хочется говорить, что с ним случилось. Вы и так все поняли, вы и так все видели. Сергей Лапишко тем временем после первого круга у нас лидер. Виталий Гузовик на второй позиции, на третий. Сергей Степанович, thank you.
последний урок сейчас будет выходить с соревнований. Но Сергей Степанович очень близко к Виталию Гуслюку, и я думаю, что, возможно, на входе в следующий поворот находит Виталий Гуслюк. Пока судьи будут подсчитывать очередные баллы, вот, сверяться с тем, чтобы у них все правильно было. И окей, трибуны так немножко поредили, остались самые стойкие. Спасибо вам за то, что вы все еще с нами, все еще здесь и все еще ходите за драконными блоками. И у вас 13 заезд, у нас очень плотно идет, ребята. Дмитрий Янченко у нас, к сожалению, в первом повороте уже разворачивается. Александр Степанович и Максим Десятник продолжают крушить. Сергея Максимчука разворачивает, но в какой-то веке не Сергей Максимчук кого-то развернул, а Сергея Максимчука развернул. Александр Степанович, лидер в мото-гран-при. Что за заезд? Сейчас мы увидим. Алексей Савин сегодня не совсем приедет в мой план. Дважды он оказывался говорить о грустном. Пока у нас гонки здесь, у нас идет заря. В свое время пытались прилетел. Ну-ка, давайте в каждом повороте сейчас оставим по человеку. Останется только две машины, и на этом все.
вот трековые гонки зимой в этом плане тоже хороши, что вот такая вот не так борьба идет. Так, десятый полын у нас в заборе оказывается. Николай Михальчук тем временем может сейчас побороться за вторую свою победу сегодня. Я второй раз напомню, что, скорее всего, это будет последняя гонка для Коли, по крайней мере, в ближайший год. Поэтому на свой... Здесь обгонять нельзя, и здесь как бы тоже называется. Там тоже машина Паши Костеловского, поэтому... Ну, это Сережа Максимчук. Сережа Максимчук у нас парень лихой, и правила он трактует по-своему. Да, Николай Михайчук из вот этой атаки. Сережа Максимчука, конечно, меры, в том числе и наказательные, скажем так, в отношении Сергея Максимовича. Привет, разводит руками на линии финиша, Сережа, которого я не дала. Сам туда поехал.
вот Сергей Максимчук уже начинает писать, крушить рады. Уже врезался в машину Иванова. Случайно, конечно, там не самое лучшее покрытие, но скорее всего стащило просто Никиту. В Никиту у меня Сергея Максимчука. Ну, сейчас посмотрим. 6 кругов все-таки. Сергей Максимчук закончится, а уже порадовал себя и огорчил Александра Степановича, который у нас сейчас, увы, застрял на бордюре. И прошу прощения, потому что он бордюром называется. Какая-то такая ассоциация. И Александр Степанович еще и пятерок. Сергей Максимчук пока еще, все еще есть. В лидерах у нас Сергей Степанович, Сергей Лапицкий на втором месте и Виталий Гусалюк вместе с Никитой заезд на 10 машин или нет, которые так долго обещали трудовому коллективу и мне в том числе. Сергей Степанович, сегодняшний победитель наших соревнований, 12 этап на его счету. Первый этап этого сезона остался за ним и последний тоже Сергей Степанович выигрывает. Получается сейчас